Всем привет! Продолжаем проходить Cold Fear. Зашли в большую дверь. Я так понял, это как раз у нас... Так... Передняя палуба. Вроде как. Дерьмо! Чё, дерьмо? Тот не говори. Мы тут не ругаемся. Ну, стараемся. Тихо. Подожди, блин, конечно. Ой, фига, унесло. Так, все. Хорошо. Хорошо нам от чего? Неважно, ладно. Так, аптечка. Так, и что? Какая-то камера хранения. И нет тут больше ничего. Блин, ну конечно, без карты здесь тяжеловато. Так, задание... Нет, задание не выполнено. Значит, продолжаем. Так, а что значит... Подожди, объекты. Ничего нету. Ладно. Так, посмотрим еще раз. Ну, так. Все-таки он головой, мне кажется, крутит в каком-то направлении, да? Нет. Не крутится, это моя больная фантазия, видно, это реагирует. Нет, подожди, ну он же специально, он голову поворачивает. Он только что посмотрел куда-то направо. Так, ладно. Да, вот еще одна дверь есть. Нет, не дверь. Ага. Не реагирует он на нее. Так, тут у нас разбит кубрик. Кубрик можно зайти. О. Так, я думаю, сейчас здесь что-то плохое будет по-любому. Куча трупиков. Так, аптечка. Так, документы. Включая собак, обезьян, косаток и людей. Значит, будут какие-то страшные твари. Дядь, а ты же не просто так лежишь, да ты? А, дядь, тут от тебя только нижнюю часть отдать. О, начинается. Так, ты мне не нравишься. На, нафиг. Мозгами своими закидал. Так, что-то мы тут нашли. Патроны. Патроны для пистолета — это всегда хорошо. Ну там дядька. Ага, кто-то уже. Это плохо. А, это ты. Подожди, ну-ка. Так, камера. Ну давай, наведись.
Ага. Нафиг, на всякий случай. Нам лишние проблемы здесь не нужны. Так, дверь проверим. Лэнсинг? Боже. Нормально ты уселся. Я нашел код. И кто это был? Ага, ползет она. Давайте я его просто убью. Не надо мне показывать, к кому повернуться. О, безумец. Мне. Дьявол! На нафиг. Все? Успокоился? Эта чертова дверь застряла! Чертова дверь где застряла? Так, ничего нету. Так, а что мы нашли? Документы. Во. Кают-компании, да? Типа кают-команды. Во! Наконец-то! Спасибо! Да, я сохраню. А, мы же, наверное, на сложном играем, поэтому и сохраняется именно в определенных моментах. Да хороший. Да, сейчас он тоже победит. Мотать еще в сторону. Ага, вот это зря. Надо было взять, помочь тогда. Так, стегнись. Ой! А давайте-ка мы его... Ага. Так. Где-то еще один лежал. А, он исчез, все. Кают-компанию. Давайте искать кают-компанию. Так, какая-то жопа происходит. Не, я не хочу, нет. Нет, не надо, ну пожалуйста, дайте мне вылезти. Спасибо. Ты хорош. Ну вот смог, мол, мотать. Вот так вот. Так, я так понимаю, мы правильно идем. Склад. Мы упали на склад. Так, подожди, типок лежит. Не, ничего не работает. Калаш! Такой... Пресловутый АК-47, которого по факту то и был только прототип. Ну, это скорее всего обычная КМ-чик. Нет, вот АК-47. Ну ладно, пускай будет АК-47. Не будет, мы только что умерли. Надо было не выпендриваться, а убивать этого зомбака. Дядьке поможем зомбаков завалить. Зря мы ему помогаем там. В общем, суть в том, что как в классике жанров лучше, конечно, лупить им в голову. Вот они тогда отмечают. Быстро. Ага, вот он встал опять. Все. А, терять встал. В смысле? Хорош! Я ж тебе голову отстрелил.
Патроны. Патроны хорошо. Да, патроны замечательно. Сейчас нас попытаются отсюда утопить. Давай-ка сюда. Так, бежим. Да-да-да, бежим. Успеем, успеем. Не, не успели. Блин. Да хорош! Мужика начинает мотать по всей палубе. Да хорош ты. На. Готов. Так, там, где лежит у нас Калашников, выпендриваться не стоит. Вроде как серия именно АК-47 есть только в американском варианте. В русском, российском варианте АК-47 был как прототип. То есть потом был просто АК, потом был АКМ, ну и дальше уже по составляющей по своей. Вот. Я служил с АКМ. Патрон 7,62 миллиметра. Вот я так, записочка. Так. Огнетушители у нас, по-моему, бывает трех видов. У нас будут вот углекислотные, порошковые и еще какие-то, не помню. Но у нас в основном используются порошковые и углекислотные. Пенные какие-то, пенные вот еще есть. Так, и что, кроме автомата, так, как это у нас, ага. Так, Калашников. Ну, Калашников мы не будем пока использовать. Пускай в резерве будет, так сказать. Так, отстанет меня. Блин, камера жутко просто. На нафиг. Так, из какой двери мы вылезли? Вылупились. Вот из этой, да, где-то здесь. А, ну мы по факту только крутанулись, да? Блин, что-то вообще прям жизнь здесь напряг. Так, куда он бежал? Кто? Куда-то пошел. О, блин, да ну нафиг, иди, иди нафиг. Да ладно, ну хорош. Блин, какая жопа. Я понял, да, но сохраненная игра была далеко. Блин, катсцену нельзя выключить. Это, конечно, печально. То, что ты каждый раз смотришь на эту бомбу, ну, это не так интересно. Так, а если подбежать? На! О, кстати, эту тему, по-моему, с этого, с Silent Hill. Да, я подбежал. Так, все, отъехали, джентльмены. Так, патрон для пистолета. Перезаряжаемся. Два трупика куда-то сразу у нас испарились. Так, а волна. Здесь она зацепит. Блин, она по-любому цепляет. Ну это, не знаю, неинтересно так. А как оттуда спасаться? Так, тащим в другую сторону.
пистолет дают. Уже нормально. Блин, когда-нибудь хочу пройти Silent Hill. Ни разу в жизни не проходил. А игра в принципе культовая. И не столько, кстати, первую и вторую часть, как третью хочется пройти. Вот она там прям совсем такая загадочная. Так, записку, которую у нас не сохранилась. А, вот. Что нам про огнетушитель-то говорили? Вот он стоит, огнетушитель. Можно, походу, лупануть по нему. Автомат хочу подбегаем. Ну, нажми ему на голову быстрее, 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 быстрее. Да что, будь ты проклят. Камера настолько резко меняется, что поставки не понимаешь, где ты находишься. К пистолету. Блин, правда реально блок какой-то. 18, 19. Не суть важно. Так. Ай, да хорош. Так, вот здесь чувак будет. Блин, давай к нему с колоса навернем. Вот так вот. Ну вот кто так делает камеру, а? Ну, пожалуйста, наступи ему на голову, я не знаю, блин. Сделай хоть что-нибудь. А ничего он не делает. Конечно, башку прийти. Вот печалька. Я должен найти код. Так, он должен найти код. Так, здесь мы были, здесь ничего не было. Да? Так, С. Присесть можно. Может, здесь что-нибудь в уголке есть? Нет, ничего тут нету. Ладно, будем продвигаться дальше. Камера жуткая, крутится сама по себе. Оружейки, оружейки у нас тоже там ничего не было конкретного. Так, холодильный камер нам туда точно не надо. Так, здесь. Прекрасно. Заперто. Прекрасно заперто. Блин, а точно здесь ничего нельзя взять? Жена кота гоняет. Говорит, что ее не слышно. Может быть, и не слышно. Но на всякий случай. Прокомментируйте действия. Так, кают-компания. Так. Кухня опять. В очередной раз у нас тут. Давайте пойдем через кухоньку. А вдруг где-нибудь что-нибудь потеряли? Тут просто получается так, что предметы так называемой первой необходимости — это аптечки. Ну, по большей части аптечки. Они... Так, передняя... Лестница вверх ведет к радиорубке. О. Они сливаются с текстурами, и можно в легкую пройти мимо них. Так, радиорубка, мне кажется, вот эта вот. Нет? Нужно найти магнитную карточку. Значит, нет. А сюда? Так, мы вышли. Так, подожди, а радиорубка-то где? Прекрасно. Заперто.
Дверь ведет к радиорубке. А нам надо радиорубку найти, правильно же? Я должен найти электронный ключ, открывающий мостик в радиорубку. А я его не нашел. Так, подожди, вот этот магазин же лежат точно от калаша. Ну-ка. Да? Это нам понадобится. Так, это мы на вышку опять поднимаемся. Да, на вышку нам не надо. Это дверь, не дверь. Блин, ну классика этих игр. Здесь еще и плюс карты нифига нету. О! Зато есть аптечка. Так, а что мы делаем не так? Объекты. Ну, у нас же есть это, получается, карта-то. Почему-то попасть не можем. В глазах рябит. Я отвык от такой графики, от таких дерганий. Кают-компания. Где-то должна быть здесь неподалеку. Прекрасно. Заперто. Так, а это не дверь? Нет. Так, кают-компания. Душевая. Душевую нам точно не надо. Заперто. Так, я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Кают-компания. Ну, давай зайдем в кают-компанию. Кухня. Блин. Ладно. Блин, куда ты смотришь, а, мужик? Нет. Так, это выход у нас. И капитанский мостик. Верхняя палуба. Прекрасно. Заперто. Заперто. У нас нет ни инвентаря, ни чего-то похожего на это. Фонарик у нас включается. Присел, встал. Нет. Блин, где эта чертова радиорубка? Так, где еще пишет? Марс какой-то. Может, где-то с той стороны?
попробуем. Хотя, мне кажется, это одна и та же часть судна. Прекрасно. Заперто. Заперто. Так. Что-то, короче, потерялся на этом корабле. Так, вот здесь мы точно не были еще. Так, развернись. Что за мужик здесь? Мужик, у тебя есть что? Нету. А есть вариант тебя обезвредить? На, спасибо, спасибо, попал. Так, на всякий случай, мало ли он не восстанет. Каюта капитана. Прекрасно. Заперто. Заперто. Ой, блин. Чё-то какая-то печалька. Так, тут вообще что-то узел закручено. Да-да. Так где же эта поганая радиорубка находится-то? Да хорош, господи. Ладно, жуть какая. Радиорубка. Так, а мы что, сюда не можем зайти? Нет, тут грузом завалено все. И как нам в разрубку-то попасть, и где она находится, самое главное? Это мы опять на кухню пришли. Ну да. Кухня, это выход. На палубу. Так, давай пройдемся вдоль палубы. Опа-на. Это что такое? Так, это патроны просто. Но здесь есть записочка. Забираем. Смотрим. Не тушить, что много смотрели. О бочках. Понятно. Так. Тебе тоже голова не нужна, мужик. Блин, где эта радиорубка? А? Куда ее запихали? Так, тут сейчас все болтается в разные стороны, головой не свалится бы. А, ну это мы пришли на нос корабля опять. Китобойное орудие стоит, не знаю, как это правильно называется. Гарпун. Пускай будет гарпун. Но нам сюда не надо. Радиорубка. Ой, блин, словил. Беги быстрее, быстрее, беги. Как мы опять на склад пришли. Ой, блин.
Так, а на складе у нас только сюда не может быть. Так, а может нам опять через вот это все в противоположную сторону? А ну-ка, бежим. Оп, увернулись. Так, тут опять все в пожаре, все горит. Но если... Ну-ка. Рубка, наверное, или просто рубка. Давай посмотрим. Так, мы что-то еще сейчас найдем. Что это такое? Ну-ка, панов подними. Я же вижу, что тут валяется. Вот, ну. Блин, не поднимает. Не хочет. Да? Не хочет поднимать. Рубка. Да неужели? Так. Патрон для пистолета. Рубка. Ну это же просто рубка, да, я так понимаю. Это не радиорубка. Да, потому что здесь вообще абсолютно ничего опять не работает. Какая-то жопа. Это какая-то жопа. Блин. Я думал, будет проще. Проблема в том, что вот с вот такой камерой вообще непонятно, куда идти. Так, здесь у нас все горит, ничего не тухнет. Я должен найти код. Почему я не удивлен? Я должен найти код. Мы должны найти код. Так, я понимаю, мы просто сейчас тупо поднялись обратно, да? Да. Мы просто... А, это задняя рубка. А где радиорубка-то находится? Так. Просто насколько я помню, здесь нет каких-то там прям заморочек прям жутких, в которые можно упереться. Здесь просто надо найти именно ту точку, которая тебе нужна. Ай, давай. Что ты упираешься в каждый угол-то? Так, ну, скорее всего, искать надо там, где... Блин. Ладно. Да хорош, а! Ну, это было печально.
Черт, дверь заперта с той стороны. Все-то не так. А, главная рубка. О! Думаю, это... Ага. Все, я тебя увидел. Так, немножко нам жизнь добавили, да? Так, да и, собственно говоря, больше тут ничего и нету. Блин, сохранение даются, конечно, как по классике. Да иди ты в жопу, а? Просто какой-то мужик с тесаком сейчас полчаса игры вычеркнул из жизни. Зараза. Ладно, что тогда? Продолжим в следующей серии блуждать по этому кораблю. Всем пока.